заходил за мной с утра. Ты говорил, скорей, скорей, покуда не отцвел благоуханный куст, нам нужно выучить ветра и шхеры наизусть. Я мчалась, не жалея ног, в ушах гремел прибой. Я думала, не дай мне Бог угнаться за тобой. Ведь если вместе прибежим туда, на край земли, моим глазам предстанет жизнь, которая вдали. Я увижу, как растет волны упругий вал, и вдруг пойму, что он не тот, как ты мне рисовал. И чаек в дымке голубой на страже высоты не тех, рассказанных тобой, которых видел ты. Строится грозно в ряд дружина кораблей. Там за морями есть земля, и ты мне пел о ней. Там есть скрипучие мостки, окошко и свеча. Там есть две теплые руки, ты мне о них молчал. Я от заката до утра лежу теперь без сна. Шиповник, шхеры и ветра, к чему о них мне знать? Зачем мне видеть наяву все эти чудеса? Я лишь по той волне плыву, которая ты сам. О чем говорил нам Анатолий Шендер? Действительно, торопишься все время, когда да. Действительно, ну, спешишь. Все дело в этом времени. Ну, все, да, потому что хватает времени.